Любой человек вправе прийти к нам в магазин, вот, подобрать тот датчик, который ему более по дизайну нравится. Белые с прорезями, красными светодиодами и, самое главное, индикаторами дыма. Так выглядит большинство пожарных извещателей. Уже несколько лет они товар повышенного спроса. Порядка 10-15 обращений от частных лиц от них звучат. То есть люди приезжают, покупают. Все дело в цене. Они стоят в среднем 300 рублей и качестве. Каждый извещатель сопровождается официальным сертификатом. Посмотреть на самом изделии должно быть соответствующее обозначение, что данный продукт сертифицирован. Уже несколько лет эти датчики татарстанцы приобретают сами. Последние 3 года спасатели устанавливают еще и бесплатно гражданам в социально опасном положении. Установлен более 20 тысяч. Более 20 тысяч домовладений у таких автономных пожарных извещателей. В двух словах, принцип работы этого устройства можно объяснить следующим образом. Если в помещении появляется дым, в нашем случае это аэрозольный симулятор, то его улавливают специальные датчики спустя секунды. Апрель. Улица Пестеля, Казани. Дом сгорел дотла. В огне погибла семья из 6 человек. А вот семью из села Мамашир Кукмурского района разбудил датчик. 5 спаслись. В августе в Арском районе устройство сохранило еще 7 жизней. По статистике МЧС, за 3 года извещатели спасли 67 человек. Половина – дети. Не думал пока. Вот как загорится, так поставлю. Квартира новая, поэтому они были установлены уже. Я их не снимал. Понятно. Ну как, вы знаете об их пользе, о том, что для чего они предназначены? Конечно. У нас бабушка старенькая, вдруг что-то... У них же сейчас возраст большой, больше 80. Она может что-то забыть, что-то включить и оставить. Я думаю, это как раз известит об этом. Тем, кто решит приобрести такие устройства, спасатели не советуют вестись на предложения мошенников. Это те, кто предлагают извещатели за 1500 рублей и выше. Их лучше покупать в проверенных магазинах. Обойдется в 5 раз дешевле. Рамиль Шайдуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.